В условиях сверхнизких температур различные вещества ведут себя по-разному. Человеческая рука сохраняет свои свойства при непродолжительном воздействии жидкого азота. Ненагреваемая извне резина теряет свою эластичность. Изготовленный из свинца колокольчик, который при нормальных условиях не способен издавать практически никаких звуков, после охлаждения в жидком азоте начинает вести себя так, будто он сделан из благородного металла. При глубоком охлаждении красители могут менять частоту резонансно рассеиваемого света. Наконец, погибшая в атмосфере газообразного азота мышь после воздействия на нее азотом жидким не убегает.